сейчас я не бояре, не дворяне. Все, что они наворовали в 90-е годы. Все вот эти олигархи хитрые, они все это захватили в 90-е годы, все, что народ построил после военные годы. Все заводы, никеля, там, нефть, газ и так далее, так далее. И сейчас вот они над нами просто надругаются, надсмехаются. Нефть, газ, там, лесодобывающая промышленность, это будет примерно вот все у нас государственное. И, конечно, нужно национализировать виноводочную промышленность. Сколько можно травить наш народ? Все, что выше 15 градусов, все должно быть государственным. И государство будет отвечать за водку, за коньяки и так далее. А частному сектору оставить там что-нибудь поменьше, виноградные вина какие-нибудь и так далее. Вот это будет по-честному. Ну, вы, конечно, оптимист. Я, например, я не знаю, как остальные наши сограждане. Я больше замечаю, что мы из капитализма возвращаемся назад. Феодализм, социализм все-таки это новая ступень. А мы откатываемся в конкретный феодализм. Мы, да, мы откатываемся. Может быть, поэтому у нас капитализм себя ищет, что феодализм опять наступает. У нас, понимаете, Россия какая-то, живем по своим другим каким-то законам, по экономическим. Но все складывается к тому, что у нас олигархизм, то есть олигархи управляют, капитал управляет именно страной. Даже не социализм у нас даже не капитализм. Вот мама у меня 83 года спрашивает: Юра, у нас что, капитализм? Я говорю: мам, да как же капитализм? Посмотри, как живет тогда Европа, Швеция, там, Дания и так далее. Она говорит: ну а за что мы тогда боролись? За что мы отдали жизни свои? Заводы эти все. Заводы все понастроили. Сталин там всем говорит: все, давайте, поднимаем страну. Подняли. И заводы в 90-е годы взяли и отдали олигархам. Вот и все. Поэтому мы сейчас просто предлагаем строить социализм с капиталистическим лицом. То есть не тот социализм, который был при Брежневе, а социализм с частной собственностью. Вот именно к этому мы, наверное, идем. Европейский путь, вы думаете, мы идем? Может быть, европейский путь. Спасибо за ваш оптимизм. Оптимизм, мы верим в рабочий класс.